1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Артем, несколько слов. Очень долго вас ждали. Быстренько, да. С победой, как вам матч? Спасибо, хороший матч, хорошая атмосфера, потрясающая погода. Душноватенькая, но дождик пошел вовремя, мне кажется. Поэтому мне, честно говоря, тяжело было в принципе, поэтому все, главное, что победили. Три очка. В четверг не тренировались, сегодня температура, как здоровье? Три дня практически не тренировался. Ну, сейчас не знаю, не месил, выпил, полегче стало. Плоховатенько пока, честно говоря. Но главная победа, и жалко, что не все моменты забили, потому что был момент. Мог бы сделать опять хитрик среди ассистов, но мазилы мои промахнулись, но ничего страшного. Тем, но... будем работать. Все равно голевая есть, сколько да, будет продолжаться? Это приятно. Ну, я всегда говорил, и недавно только начали замечать то, что я всегда играю на команду, поэтому прежде всего команда. И я здесь оказался только для того, чтобы быть с командой, и сколько нужно, сколько выйду в любом состоянии, потому что сейчас уже набирать очки. Сейчас такой период, когда все играют очень тяжело, нету явных лидеров, все друг с дружкой мучаются, поэтому очень важно такие матчи воровать. Нужно делать задел уже сейчас. Потому что потом будет еще все тяжелее Лига чемпионов и дальше. Как вы отнеслись к тому, что Азмун повторил ваш жест за бегом? Ну, приятно. Они знали, что очень тяжело все это раз проходило, потому что очень плохо было действительно. Я очень расстроился, что так все получилось и на ровном месте. Ну, ничего страшного. Значит, так должно было быть. Такое испытание для меня было очередное. И мне очень приятно, что... И спасибо огромное докторам, потому что действительно они мне всячески помогали. И бессонная ночь сегодня была очень ужасно душно, кондиционер нельзя включать, горло просто пылает, воду не могу пить. Я сейчас мечтаю поесть, честно. У меня горло пройдет, я буду себя весить, как вы. Все? А дети там что? Дети там правило. Дети это святое, но я правда всегда говорил, что детишка, эту любовь я очень ценю, честно. Во многом, когда даже плохо, их любовь, их вот эмоции настоящие, потому что дети это настоящие, их нельзя обмануть. Для меня это очень важно, чтобы они вот так относились к футболистам, потому что раньше нас по-другому называли. А спасибо. В следующем туре в основе будете играть? Покажем.